Здравствуйте, дорогие друзья, с вами, как всегда, я, Russian Эфир, и сегодня мы с вами продолжаем наводить порядок на улицах Вашингтона в игре The Division 2. Так, сейчас тут я приготовлюсь, во, все. Так, ну что сказать, побегал я маленько по Вашингтону, пособирал различные предметы. И не только. Сейчас мы с вами пойдем на нашу главную базу в Белый дом и попробуем применить различные предметы. Рада видеть тебя, агент. А именно так. Я собирал вот такие вот штуки. Это наш последний сеанс связи со Спинозой. Спецтехнологии имеется в виду. Вот, и тут у нас появилась дополнительная миссия, плюс еще так у нас довольно-таки много миссий здесь есть, которые мы можем еще выполнять. Так, давайте сразу же к интенданту подойдем. Преимущество, 9 штук у нас. Так, что я думаю, аптечку, бронекомплект 2. Возможность носить с собой еще один бронекомплект. Так, тут уже мы ничего не можем, да? Но вот это мы по-любому открываем. 5. Так. Давайте гранаты. Ну, хотя нет, давайте пока гранаты не будем. Вот это откроем, требуется 30 уровень, да? Ну ладно. Ну ладно, тогда вот это откроем. Блин, не открывается, открывается. Вот так вот. То есть у нас уже 6 различных вещей с собой мы можем носить. Да, обнаружение, помощь в обнаружении контейнеров с трофеями. Пока что не знаю. Доступ. Небольшой тактический подсумок. Магазин со сбалансированной пружиной для штурмового оружия. Так. Так. Доступ. Надеюсь, привезут еще. Многорядный дульный тормоз для ствола. Компенсатор. Прицел. Ну, давайте прицел мы по-любому откроем. Так, при разборе вы получаете больше материалов. Вот это да, нам надо. Так, у нас осталось 2 очка, да? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Что бы нам лучше всего взять? Давайте, наверное, вот это вот возьмем. И одно еще у нас осталось. Наверное, опыт. Да, вот так вот неплохо мы прокачались, можно сказать. Так, что мы еще можем здесь сделать? Сразу же давайте. Лучшее снаряжение в городе, правда? Посмотрим. Сюда я поставил колыбельное экзотическое оружие. Тут у нас этот стоит, то есть этим мы можем либо продать, либо разобрать. Так, у нас перчаточки есть какие-то, да? Здесь у нас ускорение восстановления, плюс сила навыка, урон от снайперской винтовки. Плюс здоровье, урон от ручного пулемета. И броня повыше, да, чуть-чуть? Ну, даже не знаю. Ну, давайте возьмем вот так вот. Так, наколенники. Наколенники, естественно, возьмем. Давайте попробуем разобрать наколенники, кстати. Что нам будет даваться больше?
Защитная ткань. Ну, не знаю, ничего я особо не вижу, чтобы что-то больше нам давалось. Давайте посмотрим, что есть в торговце. Привет, агент. Рад тебя видеть. Респиратор. Шанс критического попадания. И сила навыка. Ну да. Неплохой такой респиратор, в принципе. 5-й уровень. Давайте его купим, наверное. Ого! Большое спасибо, агент. Большое спасибо. Респиратор мы сразу же поставим. Это у нас стал сила навыка. А этот шанс критического попадания, да. Это получше будет. Так, смотрим, что у нас тут еще есть. Это различные предметы, что мы насобирали. Оптический прицел для длинной верхней планки и коллиматорный для короткой. Меткость плюс 20. Так, у нас какая винтовка? Основная. Основная у нас МК-17. МК-17. Оба подходят. Оптимальная дальность. Шанс критического попадания. Урон от критического. Ну, давайте вот это выберем. Наверное. Так, что мы еще можем здесь посмотреть? Все, да? Так, понятно, мы можем улучшить какое-то оружие. Вот это, да? Модификация F. Но у нас... То есть вот так вот это работает, да? А если мы сюда нажимаем? Показать все модификации. Да, остальные у нас не открыты. Понятно, как мы модифицируем теперь наше оружие. Так, этот мы модифицировать можем что-нибудь? Мы можем... Сюда мы ничего не можем поставить. Так, ладно, пойдемте посмотрим теперь, что нам могут сказать здесь. Проекты. Понятно. Так, теперь нам надо найти тетеньку, которую мы недавно, так сказать, привели сюда, чтобы, возможно, она нам... улучшила оружие. Тут никого нет, да? Тут какие-то магазины снизу, это понятно. А вот здесь где-то чертежи, да? Или нет? Должны быть где-то здесь, по идее. Тут медики у нас. Я еще не сильно изучал все эти места просто. И поэтому понятия не имею, что где здесь находится у нас на базе. Как жизнь? Вот, даже есть выход на балкон, да? Какой-то импровизированный. Не давай им спуску, агент. Мы даже можем тут с базы выйти, получается, да? Ну, неплохо. Что у нас показано? Улучшение Белого дома. Понятно. Это нам надо основные миссии выполнять. Проекты, это понятно. Пойдемте вниз.
кто-то плачет. Так, как нам выбраться отсюда вниз-то? Вот сюда вот нам. Так, вот где мы можем производить уровень создания 5. А что мы можем, собственно, произвести? Маску можем, но это неинтересно нам, да? Нагрудник. А у нас нет денег на него, да? Ну что ж, давайте продадим что-нибудь тогда. И попробуем сделать нагрудник, что нам будет давать. Вопрос. Чем могу помочь? У нас добра-то вон всякого разного дофига. Очень кстати. Думаю, с тобой приятно иметь дело. Достаточно, нам хватит этого. Оружие какое-то нам давали, я его просто не смотрел, но оно нам не интересно. Давайте попробуем сделать нагрудник качественный. X создать. Урон от выстрела в голову, лечение за убийство. Ну да. Мне нравится этот нагрудник больше. Вот он у нас, да, получается? Да. 5 уровня, неплохо так. Так, что мы еще давайте тогда можем сделать? Рюкзак какой-нибудь модный мы можем сделать? Кредитов не хватает. Ладно, пойдемте продадим тогда все ненужное нам оружие, так сказать. Подходи, агент! Так оцени, сказать, что у меня есть. Слово паразит. Бронежилет. Кобура. 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 Да, в принципе, мы это все можем продавать. Это-то я и искал. Вот так, я думаю, нам пока достаточно. Вдруг, если что, нам надо будет еще материалы на создание. Так, так. Оружие мы не можем пока делать. Нагрудник мы сделали, да? Маску можем сделать. Но маска у нас идет топовая, да, по-моему? Да, масочка у нас топовая. Так, давайте кобура. Кобура. Делаем кобуру. Урон критического попадания, ускоренное восстановление. Неплохая кобура. Ну да, и броня побольше, и много всего интересного. Так, ускорение восстановления. Вот эти, наверное, мы можем разобрать. Давайте попробуем сделать еще тогда рюкзачок. Пополнить тогда, пока нам всего хватает, не хватает. Ага, не хватает. Не хватает нам защитной ткани. То есть нам надо что-то разобрать еще, да? Из экипировки. Что мы можем разобрать? Кобура разобрать. Это тоже разбираем. Так, ну, в общем-то, и все у нас, да? Что мы могли разобрать? Так, делаем рюкзачок. Мы сделали, да, по-моему, или нет? Нет, рюкзачок мы как раз должны сделать. Ускоренное восстановление, дополнительная броня. Использовать.
Не туда нажал, извините. Так. Рюкзачок. Ячейка покраски. А что мы еще можем покрасить? Мы можем покрасить наш жилет, да? Но мы его не видим. Давайте рюкзак покрасим, наверное. Ячейка вспомогательный. А ячейка покраски. Z в пыл около. Это что? Непонятно. В общем, я нашел... Ну, точнее, мне выпала краска для модификации, но где красить оружие, я пока не увидел. И как это работает, пока я не понял. Ну что ж, ладно. Вроде мы неплохо укомплектовались. Оружие, мы можем все это продать, чтобы у нас были какие-то деньги. Давайте разберем пару стволов, а остальные... Каждому. Агенту требуется помощь. Так, разобрать тап. Что мы получаем за оружие? Несущие элементы. Ну, давайте, в принципе, все разберем. Деньги-то, я думаю, не проблема будет найти. Разобрать мы этот не можем, да? IF-модификация. Ячейка окраски. Это где? А, вот ячейка окраски. Используется длина оптики. Так. Битое стекло. Это вот, что мне выпало. Это вот так вот оно может выглядеть. Понятно. А это мы покрасить оружие не можем. Так, но мы можем покрасить что? Рюкзачок? Наверное, да? Как это работает, блин? Ячейка вспомогательной системы. Тоже пусто. И сюда никак. Это только для оружия, значит, у нас. Ну ладно. Рад видеть. Так, это мы продаем. Все, у нас больше ничего нет. Что мы делаем первым делом? Нам надо восстанавливать поселение, насколько я помню. Так, тут еще есть какое-то мероприятие непонятное. Награду мы тоже не знаем какую, да? Нам дадут. Ну давайте пойдем посмотрим, чтобы быстро переместимся в точку рядом. И посмотрим, что мы можем сделать под этим знаком вопроса. Что там за задание? Тебе наслышано. Спасибо.
Даже оптику вроде поставил. Ну, пойдем сюда. Вот туда. Ах ты, блин, а как рукопашный бой? Ну да, помощнее стали чуть-чуток. Чуток помощнее стали, ребятки. Так, вот сюда вот нам. Это нам куда идти? Сюда. Ну пойдемте посмотрим, что мы можем выиграть с этой миссии, получить. Теперь я понимаю, что материалы я собирал не зря. Удерживают заложников. Тут где-то рядом заложники, да? Материалы для создания предметов. Ну давайте спасем сначала заложников. В чем проблема-то? Мы еще с вами даже первый район не зачистили, грубо говоря. Что очень, конечно, печально. Опа, вот это новость. Совсем обнаглели. Что, все, больше никого нет? Ну, вроде да. Так, где тут что-нибудь интересное? Ну, это понятно, это... Историю мы не будем слушать. Хрен знает. Так, я тут уже что-то... Поверь, что-то забирал, да? Наслаждайся, и может это в последний раз. Все равно на вкус как помой. То, что происходит в Нью-Йорке, это ну начало. Да, что-то ни черта здесь я нет. Понял. Хочу, чтобы ты... Ключ мы взяли. Заложника. Я жива только благодаря вам. Мы спасли. Да не за что, выходи. Пока я добрый. Так. Куда мы шли? Вот сюда. Ну, вроде бы все восстановилось, да? Бронежилеты не только. Но вот вечереет, это довольно-таки не здорово. Потому что ночью хуже видно, а я навык, чтобы подсвечивало именно всех бойцов, но противников не брал. Контрольная точка союзников. Так... Куда нам вниз идти, да? Сразу же давайте посмотрим, что тут есть интересного. В таких местах обычно что-нибудь интересное лежит всегда. Вот, как я и говорил, он нашел чемоданчик сверху.
армейский П-416. Мы, конечно, возьмем, не побрезгуем, но он послабее, чем у нас. Так, и куда нам? Джинсы грязные, ретро. Это потом мы можем менять одежду, насколько я понимаю. Одежда — это просто как скины, грубо говоря, идут. Придают просто, извините, придают определенный, как бы это сказать-то правильно. В общем, просто красоту скин дает. Либо выглядит у ваш персонаж по-другому. Больше ни черта это не дает. Где все стреляются-то? Я не вижу, не пойму. Сверху там что? Рядом союзная контрольная точка. А я куда бегу, вообще не понимаю. Рядом эхо-маяк. Где? Он сверху, наверное, да? М16А2. Не будем мы его использовать. Ключ истинных сынов. Какая-то, наверное, важная штука. Пока что не знаю, что это. Но, блин, тут тоже ни черта нет. И у меня такое впечатление, что мы бегаем по кругу. А нам надо наверх. Откуда мы спускались? Вопрос. Рядом обнаружена контрольная точка союзников. Вот они прямо над нами, да, где-то долбятся? Ну, в смысле, воюют. Выпустите меня уже отсюда. Тут, видимо, должны быть тоже противники, но что-то их не ощущаю здесь. Танк пропустили. Электронику пропустил я. Недостаточно внимателен был. Так, это выход наверх, наверное, надеюсь. А идти нам вот сюда. Насколько я понимаю. Надеюсь, они без нас не закончит, да? Да, мы попали как раз по адресу. Лови.
И? А, вот ты еще где. Не повезло тебе, братюнь. Достали. Так, там еще, да? Ага. Посылаю гранату. Да, не учел я этот фактор. Давайте через внутрь, наверное, пройдем. Обнаружен ключ доступа. Отличненько. Под контролем. Ну и таких вот, в принципе, мини-миссий, так скажем, в игре довольно-таки много. И чтобы улучшить нам наш с вами, чтобы улучшить свою экипировку, нам надо проходить такие вот миссии, собирать различное вот это вот все барахло, хлам, который валяется, можно сказать, прямо под ногами. А потом вот эту пищу и все остальное, что мы собираем, мы можем передавать нашим союзникам. Так, здесь мы выполнили, да, все? Да, здесь вот что-то еще есть, мероприятие. Предмет снаряжения могут нам дать, но это все нам не интересно. Давайте в ходе кризиса ОДГР пойдем в временную тюрьму в подвале музея американской истории. Цель — найти Спинозу и вновь запустить этот узел нашей сети. Координаты высоки. На основную операцию. Спиноза доложила о большом скоплении гиен. Мы не знаем, что именно они там делают, но разбираться с ними придется. Ну что ж, я не против. Давайте разбираться с ними. Побежали, посмотрим, что мы сможем там сделать. Чем помочь. Сейчас хотя бы до миссии добежим. И на этом, наверное, будем заканчивать данную серию. Потому что сейчас я время посмотрел. Довольно-таки долго мы это все защищали и собирали. А также делали это наши, делали различные улучшения, важные для нас. Но сейчас до места дойдем, и будет видно. Рядом союзная контрольная точка. Может быть, и пройдем ее по-быстрому, да? Но основное задание там по-любому, мне кажется, будет какой-то босс. А если будет босс, то это все очень сложно и долго. Так, вот у нас гидропоника, да? Выращивают. Где у нас? Можно что-нибудь взять? По-любому же надо что-то здесь собрать. Получен запрос помощи. Вот он ящичек, да? Да, пищу берем. Кого-то помяли. Но пока что мы не помогаем игрокам. Напомню вам, что это онлайн игра. То, что можно в любой момент присоединиться к чьей-нибудь игре и помочь человеку, когда он запрашивает помощь. А еще это неплохой симулятор бомжа. Ходим, ковыряемся вот, по помойкам, по всяким рюкзакам. Это же тоже довольно-таки весело, я думаю. АСР. Но не сильно-то он и мощный. Хотелось бы и мощнее.
Ага, а тут мы уже все забрали, да? Ну ладно. Ух ты, откуда вы взялись? Сдохни, сука! Вот это нежданчик был. Здесь может произойти в любой момент хоть что. Я вот не ожидал, что они именно сейчас появятся у нас тут сразу же. За поворотом, так скажем. Этим мне привлекает The Division, что никогда не знаешь, что произойдет в следующий момент. Вот мы уже почти подошли к нашей миссии, насколько я понимаю. И именно Вашингтон в этой части проработан довольно-таки хорошо. Нет такого ощущения, что ты бегаешь по одним и тем же местам. Ну, делайте ваши ставки! Привет! Ребята, вы издеваетесь надо мной, что ли? Троих вас это вообще легко убить. Вы же как маленькие слепые котята, блин. Для меня пока что. В дальнейшем это все будет очень сложно, насколько я помню. Когда уже ты пройдешь все основные миссии, у тебя уже будет вся экипировка, то есть тебе уже надо будет ходить и набивать именно себе вещи легендарные и тому подобное. Вот это уже будет весело. Сейчас это все, ну, пока что довольно-таки просто. Даже в одного. А, ну вот мы и подбегаем к месту. Помню я эту миссию, если это та миссия. Но я думаю, что это другая, конечно, миссия. Но все же. На этом мы будем прощаться. Можем вот найти агентов, чтобы еще к нам кто-нибудь присоединился. Ну что ж, друзья, до свидания. Спасибо, что смотрели это видео. Надеюсь, вам понравилось. Также буду очень благодарен, если вы поделитесь данным видео в любых соцсетях и расскажете про него друзьям, а также поставите на него лайк. Ссылочки на все группы ВКонтакте, Facebook и Одноклассники вы найдете под этим видео. Там же вы можете узнать самые последние новости о канале, что нового происходит, какие ближайшие игры мы планируем выпускать на канале. Все новости там. Спасибо за внимание. До новых встреч в Вашингтоне в The Division 2. Пока.